Ну что, поехали. Добро пожаловать в Dicey Dungeons, с возвращением в Dicey Dungeons Hardcore. Мы играем в хардкорный режим, шестое возвышение, с хардкорным модом, и, как ни странно, в прошлый раз мы прошли воина с первой попытки, просто изи. Ну чё, время вора пришло. Я не против, вор прикольный. Погнали. Шестое возвышение, клацаем. И что у нас тут будет? С возвращением, как приятно снова тебя видеть. Как там наверху? Мы просто счастливы, когда ты возвращаешься повидаться и подраться со своими старыми приятелями-слугами. Как приятно, да? Высокая сложность. Вот это мы берем, это наш хардкорный режим. Не завершено. Так, ну и с чем у нас стартует вор? С нунчаками. Максимально тройка наносит урон многоразовый, но нужно два куба обязательно. Ну, что-то крутое, а? Снаряжение. Чуть получше, чем кинжал, да? Хотя нет, хуже. Потому что один куб нельзя положить в кинжал. Можно. Значит, хуже. И универсальный ключ. Разделить кубик на, возможно, равные части. Все вражеское оснащение улучшено. Со старту космодесантник. Ну что, поехали. Вор. Значит, вор, как обычно, у нас играет через мелкие штуки. А, и он воровать умеет. А он не воровать не навсегда умеет, он временно. Плазменная пушка, классический космодесантник. У него 3 куба, и он наносит 10 урона. Так он может каждый ход ее играть. Ого. А, и получается, у меня один куб лишний. Я вот 5 урона наношу. И все, куда мне этот куб? Положу в плазменную пушку. Фу, ну в первый ход не сыграл, уже хорошо. 2 единицы! И что теперь делать? 2 урона. О, я понял, как все плохо. Ай. Неудачный бросок выбрасывает 4 единицы. Так, ну я могу на 6 надамажить. Если я хочу добить его, надо бросок использовать. Да. Я передумал. Вора очень фиговое снаряжение. Свеча. Минимально 2. Минус 1 кубику потерять 1 здоровье многоразовое. Супер. Просто пушка. Да, джибейт. Опять 2 единицы. Везет как утопленнику. Огненный шар начетный наносит урон и ожог кубиком накладывает. Было бы прикольно, если бы у меня были четные, а не 2 единицы. Ну, давай 2 урона нанесем. Сейчас он меня на 4 фиганет. И еще на 4 от ожога. Так, ну я 6 могу сюда сыграть. Теперь 5 разделить. Это будет 5 урона. Добить его броском. Но рисковать мне явно не стоит. Он меня с 1 6 убивает. Поэтому броски сэкономить, конечно, можно было попробовать. Да, ну кубик еще один. Нормальный такой старт. Липкие ручки. Так, теперь правила. Липкие ручки. У врагов есть шанс ходить первыми. Шанс. Какой шанс? Чего шанс? Непонятно. Шанс. Ну это плохо. Шанс это всегда. Он будет постоянно прокать, да? Ну давай попробуем, посмотрим, как часто он будет срабатывать. Я не помню такого правила. Где мои апгрейды? Надо в магазин сразу идти. Окей, идем на стереотипа и в магазин. До уровня 4. Шанс умереть в первый ход? Ну да. Слабость к шоку. И ходит первый. Ну вот, сработало.
Вот тебе и шанс. Максимальная пятерка. Но это надо сюда играть. Сюда максимально двойку. А, то есть я теперь ничего не могу играть. Класс. Не, я могу свечу сыграть и потерять один здоровье. О мой бог. Жесть. Так, ну пятерку сюда. И все то же самое. Да. Это бесполезно. О, сейчас нас он убьет. Я шестерку не смог сыграть. Ну только не на нунчаки. Да опять на нунчаки. Что делать-то? Тройку сюда не положить. Я могу одну карточку сыграть. Говорят, шанс 20%. Пока что выглядит как 100%. И опять я ничего не могу сыграть. У меня просто не работают... у меня просто не работают способности. Он сносит нас как хочет. Наконец-то. 19 хп минус. Так, надо в магазины искать снаряжение нормальное. А где снаряжение-то? Подделка дублирует кубики. Карманная кража. Крадет золото. Пулькомет наносит 2 урона. Единственное нормальное здесь это подделка. Она хоть что-то делает. Но дублирование кубиков для нунчак хорошо. Так, а кто слабее, волшебник или пират? Кого надо с первым бить? Наверное, волшебника, потому что он даст еще снаряжение. Пирату потом будет проще. Мы еще снаряжение получим. Так, ну волшебник 5 яда со старту, просто без разговоров. Первый ход и давай бум. На двойку ожог. 6 ожог всем кубикам. Но это хорошая штука за двойку. Мы у него украли удачно. Так, теперь разделить. Дублировать троечку, да? И мы сейчас много нунчак сыграем. Ну вот это уже что-то. О, неплохой первый ход. Что он на шестерку делает? Плюс один кубик в бою. Нам повезло. Это было хорошо. Мы его просто сейчас добьем. Вы неизменно впечатляете меня своими стараниями. Искренне поздравляю вас с победой надо мной, госпожой удачи. Спасибо, спасибо, волшебник. Кинжал. Ядовитая игла. О-о-о. Так. Ну, кинжал это как нунчаки, только кинжал. Технически он лучше, чем нунчаки, но не вижу смысла менять шило на мыло. Давай иглу брать. Единицы, двойки можно сюда и яд накладывать. Классический билд на яд. Да. Эффектный уход. Нужен дубль, наносит один урона. Если это добивает, плюс 2 максимального здоровья дает. Это лучше, чем свеча, да? Будем фармить хп. Я бы лучше фармил победы. Но мы все... Пока что снаряжение все трэш, поэтому играем то, что есть. Пиратский крюк. Ладно, хоть пушечные... А, он тоже в первый ход получил. 20% говорят. Пушечный огонь, 8 урона, ожог одному кубику. Ну, по-моему, мы хотим это сделать. Если я дублирую сейчас нам пятерки.
вот так. Можешь сыграть сюда пятерку. Еще одну пятерку, да? Разделить четверку. Вот так. Сыграть сюда двойку. Сюда двойку, тройку. Сюда пятерку. О, хорош. Можно было бы иглу, конечно, сыграть несколько раз. Вариант был бы. Так, бросок играем без варианта. Сейчас мы его будем фигарить единицами. Наносит урон, если пятерка, можно использовать снова. А ну-ка, если я сюда вот так шестерку сделаю. О! Теперь как бы его добить? Две единицы на эффектный уход. Мне нужно три урона нанести. Как мне нанести три урона? Я могу три урона нанести здесь. А могу два ядом? Так яд же сейчас не наносит. Мне нужна двойка была. Блин. Но шестерку мне было не разделить все равно. Ну да, никак. Только ядом, но это плохая идея. Эх, ладно. Давай добивать. Заруинил. На следующий ход это слишком рискованно. Оно того не стоит. Пылесос у врагов на 10% больше здоровья. Ну это... плохо, но не смертельно. Может быть хуже, надо брать. 10% там много. Так, ну сейчас сразу на дриаду. Дриада, берем апгрейд, берем снаряжение, хилку. Да, сразу на дриаду идем. Погнали. Ну мы дублировать кубик могли, но 3 урона никак было не нанести. Дриада яд наносит и хилится. Они каждый раз ходят. Первое. Стойкость к яду, значит яд на нее не надо накидывать. Так. Ну что, шестерку надо делить. Теперь у меня тройки есть. Тройки сюда. Тройку надо дублировать. Хотя нет, тройки сюда. Я все-таки дублирую шестерку. И хотя у нее и стойкость к яду, но пойдет. Так и так. Это будет не 5 урона, это будет меньше, но лучше, чем ничего. А вот нам яд так просто не законтрить. Все, яд больше не играем. Делим четверку, двойки. Дублировать тройку. Окей, у нас есть это будет 6 урона здесь. И еще 4 урона сюда. И еще один яд добавить и сверху, хоть яды слаб. 4 дэмэдж нанесла еще. Еще 3 от яда. У меня 4 хп. Охо-хо-хо. На шестерочку мы здесь хильнемся. На 3. Или я могу ей нанести 5, но у меня тогда не... И дублем добить и получить 2 максимального. Но 2 максимального нас еще похилят. Так что вот так лучше. 5. Теперь дублируем шестерку. И дубль сюда в эффектный уход. Боньк. Плюс 2 хп. Яблоко must have. Счастливая семерка. Нужна сумма 7. Наносит 7 урона, вернуть кубик. Наконец-то! Рабочее снаряжение. Невероятно. Так. Сумму 7 мы можем делать. Всякими дублями там.
Шестерку надо было в хил, но мы бы тогда ее добили. Так, иглу убрать. Ну, сейчас посмотрим. Подделку можно сделать меньше. Нунчаки. А ну-ка смотри. Наносит урон, вернуть разницу многоразовая. Опа. Кладешь единицу двойку, тебе возвращает единицу. Кладешь тройку единицу, тебе возвращает двойку. Кубы будет давать. Не сильно помогает, но это кубы постоянно будут даваться. Миша, БЦЮ. Здравствуй, привет, добро пожаловать, новый чатер. А что если улучшить вот это? Вернуть первый кубик? Фигня. Единицы двойки в яд кидать. Вот я тоже об этом и думаю. Эффектный уход можно убрать, честно говоря. Можно подделку сделать меньше и добавить ту штуку. Так, давайте так. Давай семерку добавлять. Чем больше сейчас у нас снаряжение, которое что-то делает, тем лучше. 12 здоровья. Кого у нас больше шанс завалить? Рукастого мастера или кактуса? У кактуса шипы. Мы об него будем убиваться. Шипы он играет каждый ход. Без вариантов. Потому что он в них может что угодно класть. Шипы точно убьют, да. Поэтому единственный вариант — идти на рукастого. И там уж как повезет. Но кактус мы не проходим. Яд не триггерит, шипы нет. Ну ядом мы 30 урона будем сносить 5000 лет. Они опять ходят первый раз. Так, у нас все противники сходили первые. Оно, по-моему, 100% дает шанс, что противники первые сходят. Там вариантов нет. Написано, есть шанс. Да. Модификатор фигни. Это считай, что как плюс один ход врагам. Или 50%? Ну да, их сработало 6 раз подряд. Ну, мы деды. Я не вижу, как мы не получим здесь 5 урона. Сумму 7 мы легко сделаем, конечно. Типа вот так мы легко можем сделать. Тройку мы вернули. Ну, я не знаю, что я заморачиваюсь. Дублировать тройку. Сюда, сюда. Так, так. Так. Ну это... Все равно все бесполезно. Родмастер что-то тупит. Он завис на совмещении кубов. Но это ему не помешает нас добить. Не, мы больше не берем этот модификатор. Давай еще раз. Рестарт, модификатор не брать больше никогда этот. Ну его в баню. О, а теперь другой комплект снаряжения. О, этот настолько лучше, смотри. Кинжал, отмычка делит кубик на 2. Берем. Я думал, что теперь у нас всегда будут нунчаки. Ну все, сейчас мы выиграем. Тут с первой попытки. Нормальный, человеческий, обычный кинжал. Без всяких вот этих
Нунчак, хренчак. Поехали. Порвем. Смотри, вот так мы боньк, теперь делим куб. Хоп, хоп, все. У тебя два куба горит, ты можешь сыграть один из них. У тебя останется 2 хп. У тебя нет четных. Нет четных. Аривидерчи. Это бесплатная DLC. Это скрытый режим в оригинальной игре. Если зайти в шестое возвышение оригинала, там будет у тебя выбор хардкорного режима, когда начинаешь забег за каждого персонажа. Накидка дает снижение урона 3 раза за ход. Ну, пойдет, сюда можно большие циферки бросать. Роза. Сохнет от мороза. Восклицательный знак, дискорд русскими буквами у нас. Палисандровое копье. Палисадское. Начетное наносит урон и шипы получает. Ну просто не выкидывай шипы. Четное. Интересно, а если единицу разделить на 2? Получится 2 единицы. О, класс. Три шипов. Ну, три шипов это много. Но. Нам пофиг. Мы сделаны из мяса. Еще один кубик. Кайф. Слизь. Начинаешь каждый бой с 2 яда. Ну, 2 яда это 3 дэмэджа каждый бой. Это намного лучше, чем когда противники получают дополнительный ход. В разы лучше. Это будет плохо против противников, которые яд накладывают. А так... 3 урона. Можно потерпеть, я думаю. Потому что мы можем выбить что-то намного хуже. Берем. Просто рассчитываем, что 3 урона. Берем, да. Так. И та же расстановка, что в прошлый раз, но другие враги. Но путь тот же. Сначала в магазин. Магазин за яблоками. Привет, осьминожка. О, этот яд еще и бросок активирует. Крутяк. Сразу. Начетный бычий удар наносит урон, плюс 1 урона, она нечетная слепоту делает. А мы бычий удар украли. О, шестерочка раз и шестерочка два. Дестроит. Я можем куб разделить. Просто задамажить ее по полной. Мы ее, правда, снести не снесем сейчас. Может тогда накидку сыграть? Давай накидку сыграем. Защита от урона. А-а-а, четных не выбило. Зря играли. Даже не надо было. Ну это победа. Изи. Смотри, насколько с нормальным оружием проще играть. Вообще в разы. Нафига я подобрал яблоко, ну дурак. Ладно. Снова доспехи, еще одни, такие как были. Змеиные глаза дают 2 единицы, можно делать единицы с шестерок. А что у нас там? Единицы пока так-так, кроме кинжала, никуда не нужны. Есть еще дурман. Дублировать один кубик, вернуть другой. Ну, что-то я в дурмане не вижу минусов. Плюсов тоже немного, потому что все-таки он рандомный. Но это плюс кубы. Плюс куб. Давай мне дурман. Большой, да. Единственный минус это то, что он большой. Ну, пока место есть. Берем. Пиратский крюк, нужны пятерки. Ну, пятерок нет, так что держи. Теперь делаем боинг. Все поделили. Нет смысла кубы делить тут.
закидываем его пирата. Ого, единица и двойка. Чё-то не везет пирату сегодня. Жуткое невезение, я бы сказал. Сейчас еще мы его подожжем так нормально. Опа. Так, и до свидания. Сравни этот забег и прошлый. Небо и земля. Ломик сокращает отсчеты на всем снаряжении. О, билд на отсчеты. У нас сейчас отсчетов нет, кроме брони. Шаровой таран, максимальная четверка, наносит урон и уменьшает отсчеты. Так, подожди, то и другое на отсчеты. А чё лучше взять? Ну, мне логика подсказывает, бери таран. Он хотя бы дамажить сейчас будет, да? Ломик, потому что не дамажит. Давай таран брать. И смотри, теперь хотя бы таран всегда будет активировать накидку. Она считает, что пассивка. Свеча. Опять. Да ну тебя в баню, игра. А, знаешь, что тогда надо сделать? Тогда нужно взять, раз мы взяли таран, надо взять тогда эту штуку. О, короче, берем и просто играем таран сразу. Таран нам всегда выгодный будет. Теперь кучу единиц. Все четверки идут в таран. Ну чё, зефирчик, попал? Ой, заморозил. Только не это, только не куча единиц, которыми я тебя уничтожу. Теперь дублировать единицы. И еще единиц мне. Я есть лорд единиц. Что-то я не то сыграл. А на таран нет смысла не играть хотя бы раз за ход. 6 урона и ожог, это уже страшнее. Понял. Ладно, считай, что ты довыделывался. Держи тебе четверочку сюда. И я тебя сейчас добью. Аривидерчи, твоим же огненным шаром. Зефирчик очень недоволен. То, что ты один раз победил госпожу удачу, еще не значит, что всегда будешь побежать от всех. Да ладно. Чё ты нервничаешь? Надо тогда змеиные глаза взять, да? Раз мы отсчеты делаем. Так вопрос, вместо чего? Не вместо чего, просто их взять, купить на запас. Пока что на запас. А там потом подумаем, когда еще что-нибудь на отсчеты найдем. Снеговик, в начале каждого хода один из твоих кубиков получает мороз. Так, ну это уже вот интересно. Потому что мороз в начале хода, мороз падает на твои самые большие кубы. Это вырубает нам все шестерки, пятерки. Хотя мы играем через вора, и мы единицы разыгрываем. Но это вообще убирает крупные кубы у нас. По-моему, это плохо даже для вора. Можно, конечно, под это подстроиться. И мы даже как бы вроде подстроены под это. Я бы не сказал, что мы прямо... Вот у нас построена такая башня над этим. У нас не совсем билд на единице. Давай рандом. Осьминожка. В начале хода твой кубик получает слепоту. Намного лучше. Слепота вообще пофиг на слепоту. Слепоты я не боюсь. Опа, медведь. Миша? О, медвежье зелье. Мы должны его сыграть, чат. Так, слепота у меня, интересно, что там за слепота? Давай проверим. Что если вот так бросим? Получилось 3 слепых кубика. Ну ладно.
Ожог всем кубам. Так, накидку сыграли. Вот тут у меня что невидимое, интересно. Фиг его знает, да? Ну ладно, давай играть все, что есть. Слепота заразна, да. Ох, как она подгорела. Все, она кроме этого зелья ничего не сыграет. Давай медведя. Медведя нет. Может подождать? Сейчас надо сделать 5 яда, потом 8 урона, а мы можем так медведя не украсть. Ждем медведя. Подождать и умереть. Но она не убьет, она 5 яда и 8 урона сделает. Медведь хилит 12 здоровья. Восемь плюс пять. 13. У нас 4 хп останется. А хотя она может сыграть медведя. Вообще-то. Чат. Вы что, хотите жить вечно? Надо ей оставить этот. Надо ей оставить мало хп. Она наносит ровно 17. Ну как? 8 плюс 5. А, ожог. А, под ожогом я кубы не смогу сыграть в медведя. Блин. Накидку надо сыграть, да? Точно. О, с накидкой она не нанесет столько. Пошел контент. Пошел контент. Так. Ну мы 4 урона получим. Но тут вариантов нет. Я никак не могу добавить. Я могу неудачным броском, чтобы 2 хп не терять. Давай сыграем. I am bear. Fury dice. Получено достижение. Мочи ее. Все, пошла жара. Оснащение. Медвежье терзание. Наносит урон плюс 2. И медвежий рёд слабость 3 оснащениям. Ну все. Скрытый персонаж. Смотри, какой он прикольный. Так, ну хилку надо взять. Ну, мало ли что. А билка наносит 10 урона. У него просто ульта 10 дэмэджа. Жесть. Так, ну нам выгоднее всего играть большие в рев, а мелкие в урон. В теории. Мы мертвы? Да ладно, чё это мы мертвы? Банка ужасов с катализатором! О, нет, так, надо не умереть. Мы сейчас на нее сыграем этот. Слабость. О, сейчас слабость зайдет. Смотрите. И чё, я ж свинец. Увеличить яд на 50% это не удвоить. И теперь есть, ешь. Мой свинец. Корова. Все, полная хп. Медвежье объятие. У него и предметы свои. Я забыл, как прикольно. Наносит двойной урон, потерять кубик. Потерять кубик? Навсегда, что ли? Типа финишер. Ну, это один раз за бой можно использовать только. Ну, хотя можно. Вообще-то и 2 раза за бой. Тупо берешь, туда каждый ход большие закидываешь. И пытаешься выиграть раньше, чем
у тебя кончится сила. Я знаю, за кого мы медведя играем. Мы заиграем за рунного медведя из Elden Ring. Сюда шестерку, это 12 урона. Ну, потеряем мы кубик. И чё? Ну и пофиг. Это весь дэмэдж. Все равно на следующий ход бой закончится. 5 урона, слепота, вытянуть 6 здоровья. Не-не-не, пылесос, ты не понимаешь. На. Тупо берсер. Так, медвежьи объятия апгрейдятся. 2х плюс 1 урона. Что-то очень слабо. Во, медвежье терзание на плюс 4, а медвежий рев слабость 4 оснащением. Фигня. Надо грейдить эти. А, подожди. 2х плюс 1. А потому что 2х это плюс 2 урона на самом деле. То есть 6 вместо будет 12 будет 14. Но не лучше тогда ли терзание загрейдить? Эффект тот же, но играем мы их чаще. Давай лапу апгрейдить одну. Плюс 4 урона это очень много. Скелет, ты теряешь кубик. Так, а давайте-ка подумаем, чат. Нам вообще кубы за медведя нужны? Наверное, нужны. Особенно если мы эту абилку будем на дабл дэмэдж играть. Нам нужно очень-очень много кубов. Нам 3 куба надо. Мы каждый ход один теряем. Значит, нам надо... Чтобы сыграть 4 хода, нам нужно 5 кубов. Не, давай ролить. Кракен. После первого хода нельзя увидеть здоровье врага. Морские правила. Сминожка, кракен и слизь. Слизь тоже морская. Да и какая разница? Чё на него смотреть-то? Просто бей. Ты же медведь. Нафига ты на него вообще смотришь? Привет, яблоко. Вот что я скажу по поводу этого всего. Боньк. Теперь боньк, боньк, боньк. Это раз. Ой, я не могу увидеть здоровье твое. Что же я буду делать? Я не знаю, у меня есть пара идей. Я, наверное, сделаю боньк. Боньк, боньк. О, как он хорош. Медвежатник. Расколоть большой кубик на более мелкие. Минимум пятерка. И как это использовать? А никак. Нам чем больше, тем лучше кубы. Нам мелких кубы того вообще не нужны. Мы умрем? Че мы умрем? У нас 13 хп. А я что сделаю, чат? А что мне надо было по-другому сыграть против яблока-то? А вы там что, по-другому бы сыграли? Надо было на яблоко идти? А что, мне скипать его, что ли? А как ты будешь? Да ну вас, вы все знаете. Стерео чувак особенно все знает. У него инфа 100% проверенная каждый раз. Так. Ну, нас, наверное, сейчас закидают камнями. Но мы попробуем. Сейчас я его вот так ультой. Здесь есть шестерочка была, было бы круто.
Если здесь шестерка, мы, между прочим, его ваншотаем. Чат, как вы думаете, там шестерка? Нет? Ну, надо пробовать. Блин, было не шестерка. Козел. Блин, за медведя-то проиграли. Ну, ачивку получили. Вон, про алхимика инфа. Работа алхимия, увлечение алхимия. Что нравится? Цинк, алюминий и висмут. Что не нравится? Никель и свинец. Причина входа в подземелье — найти философский камень. Мне нравится ее целенаправленность. Она знает, что от жизни хочет. Так, ну чё, я считаю, что это было успешное поражение. Надо играть за другого перса. Надо за робота поиграть, да? Или нет? Давай еще раз за вора попробуем. Еще один разочек. Сейчас точно повезет. Смотри, какой старт. Шаровой таран и пулькомет. Сразу билд на отсчеты со старту. Берем. А вот у нас прям билд есть. Я не знал, что тут так много рандома в снаряжении. Максимально четверка снижает отсчеты и наносит урон. Старт крутой. Мне нравится. Еще и лопата пришла вон. О, идеально. Лопата боньк. Таран. Сейчас бы добили, если бы. Слабость. Че за кролик? Доигрался? Докролился? Ног плюс один к значению кубика. Но это не отсчеты, но это можно делать четверки в таран. Это хорошо. Дойдем до магазина, найдем что-нибудь на отсчеты еще. Лучевой пистолет. 4 урона, минимально тройка. Можно вот так тройку сделать, да? И так. Пока мы не можем каждый ход активировать пулькомет. Не получается. Неудачный бросок я бы предпочел не тратить. Если мы сделаем так, так. Все. Отлично. Кубик. Пошли искать снаряжение на отсчеты. Пылесос. У врагов на 10% больше здоровья. Я беру, а то попадется минус один кубик и сливаю воду. Сминожка. Ёж, зефир. Пойду я на этого, на ежа сначала. Хотя он сильный, но я хочу в магазин пойти. И у него есть шипы, а это отсчеты. Там нам отсчеты нравятся, да? Правда, здесь у меня, блин, пятерка, а выпала и куча единиц. Ну что ж, не повезло. Это единственное, что я могу тут сделать. Так. Теперь так. Так, так. Так. И вот так. Могло быть лучше. Но мы каждый ход у него шип будем красть. Дублей нет. Потому что на дубль он играет все свои шипы. Опять единицы. Да ёшкина кошка. 5 единиц и шестерка. Ну как так? Ни туда, ни сюда, да? Ну все, дубли. О, сейчас будет бонь. Еж взбесился. А, вот теперь четверка решила прийти. Ну спасибо. Это ты вовремя.
кстати, его нифига не добиваю. У него один здоровье. Сейчас ёж нам снова дублем пнет. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Я вспомнил, чем сложно играть в Dicey Dungeons на высоких возвышениях. Ну, типа вот этим. Приходит такой ёж и два хода. По 20 урона. И ты такой, ну, прикольно. Ёж переиграл. Чисто профессионал. Ну, мы еще раз попробуем. Сейчас точно повезет, чат. Сейчас точно повезет. Ой, снова билд на отсчеты. Идем ва-банк. Стойкость к яду. Четное добавить 3 яда. Опять пятерки. Опять пятерки посыпались. Не, мы ставки не делаем. Когда тебе нужны единицы, когда у тебя билд через единицы, они не выпадают. Сейчас слизь порвет. Неделя без ставок. Я думаю, год без ставок. Годик-два без ставок. Мы поработаем. И будет нормально. 10 яда. Мы умрем? Не, мы живы. Ноль проблем. Годик много? Ну, может, два. А думаю, может, два тогда. Два пулькомета! О, два пулькомета, чат. И слизь, которая... Семь. Мы даже жаба убьет. Жаба, не убивай меня. Жаба, не надо. Жаба может шотнуть. Если мы ее не шотнем первые. Еще один кубик. Нет. Все найденное тобой оснащение будет улучшенным. Это он. Я думал, нам загрейдит то, что у нас сейчас есть. О, мы преодолели, и мы получаем награду, чат. Улучшенное снаряжение. Мы на равных. А чё, так можно было? Хорош. Так, четверку в таран. Пошла жара. Ну, сюда я чётное сыграю. Нам нужно улучшить теперь... та штуку, которая снижает отсчеты, чтобы пулькометы активировались каждый ход. И все. Мы будем играть сюда четверки. До свидания, зефирчик. Просто прожить достаточно долго, чтобы набрать снаряжение и загрейдиться. Кожаные доспехи плюс снять один урона с каждой атаки. Ну окей, пока пойдет. Улучшенное что? Ну, о, шоковая заморозка. Или взять свечу плюс. А вот не знаю. Может быть, свеча плюс? Максимально пятерка плюс один кубику и потерять один здоровье. Многоразовая. Можно играть ее по 5-6 раз в ход и терять по 5-6 здоровья каждый ход. Да? Я думаю, хорошая идея. Или я возьму шоковую заморозку имбы. И у нас будут все отсчеты. Да, может 19 раз сыграть и закончить забег. Тоже хорошая идея. Дриада обладает стойкостью к яду. На шестерке можно похилиться на дриаде. Так, ну чё, четверок нет. Значит, сюда двойку.
Так, смотрим, что мы можем сыграть еще. В одну единицу сюда must have кинуть. Дальше. Заморозка. Обязательно. И я думаю, что вот так. И вот как-то так. Так, надо не дать ей яд сыграть. О, четверочка пошла. Жара. Ой, шестерка еще и сейчас похилит. Мороз я, правда, не сыграл, но пофиг. Хотя, может, мы могли добить ее. Я что-то не посчитал. Че я не посчитал, чат? Ай. Так, ну ладно. Пора это все заканчивать. Все равно уровень. Ломик плюс сократить отсчет и два раза за этот ход. О, вот оно. Все, билд на отсчеты готов. Таран плюс ломик. Два пулькомета шел, шел. И ломик два раза за ход можно использовать. Имбища готова. Имба is ready, my lord. Окей, сюда двойку ща. А теперь тройка раз, тройка два, единицу, 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 16 урона плюс мороз. Играй. Играй нечетные. Давай, сделай это. О, нет. О. Был отличный бой. Не такой яркий, как наша победа над госпожой удачей. Вот там был бой, а ты отважный и умный. Спасибо, осьминожка, мне редко об этом говорят. Обычно говорят, ты руина. Поэтому приятно. Хотя бы кто-то... Блин, что-то хорошее в этой жизни говорит. Турман плюс дублирует кубики. Вместо доспехов можем взять. А, ну да, наверное. Ты хорош, ты не руина? Да нет, это правда, я козел и руина. Осьминожка ошибается. О, она пришла. В начале каждого хода один из кубиков получает слепоту. Привет, осьминожка. Алхимик. У алхимика отсчеты. Ну, он не даст твои. Это копирование? Копировать шоковую заморозку. Куда идти? Пошли копировать. Нет, шоковую заморозку надо сначала загрейдить. Или она у нас загрейджена? Стой, она улучшенная? Да, она улучшенная уже. Что у меня здесь? Двойка? У меня все только двойки. Ну и чё? А это не повод расстраиваться, потому что у нас мы можем все сыграть все равно. Не, мы медведя не будем брать. Хоп-тыщ. Хоп-тыщ. А чё я кубы не дублировал-то? Вот руина. Всегда надо дублировать кубы. Дублировать ломик на замену тарану. Таран дамажит вообще. Хотя. А ну давай посмотрим, что здесь есть. Накидка, это дает защиту. Треугольный щит, это все отсчеты, но это защитные отсчеты. И денег нет. Два ломика это будет лишнее. Мы просто все кубы будем в ломики играть. И все. Щит? А что, щит хороший, что ли? А я не люблю защиту играть. Я люблю дэмэдж. Мне не нравится чат.
Пойдем алхимика пройдем, посмотрим, что за нее дадут. Кучу единиц дадут. О, жгучее зелье. 10 тысяч, что-то большое. О, да. О, да. О, да. Гори. Гори. Гори, алхимик. Бёрн, бёрн, бёрн. Она даже не может 3 куба сыграть. Гори. Чуть в медведя не превратились. Я, кстати, только заметил после того, как сыграл. Сейчас бы шестерку в ломик кинул бы и до свидания. Стоять насмерть. Отсчет на 9. Пережить следующий смертельный удар не суммируется. Ну нам это не нужно, зачем? Фигня. Мы не будем до такого дотягивать. Не хочу я брать щит, чат. Нафига нам этот щит нужен? Вот дублировать ломик мне что-то все больше и больше начинает нравиться. Давай дублируем ломик, реально. Ставлю его вместо дурмана. Теперь у меня 2 ломика. Подожди, сколько у меня кубов? У меня 4 куба, как раз на 2 ломика. Четыре куба, так у нас будет 4 куба. Стара нам, да, нам не нужно 2 ломика. Когда будет 5 кубов, можно потратить таран. Поставить таран. И что мы делаем? Мы просто играем эти. И не знает боли в груди осколок льда. Что мы делаем? Мы просто, ну, может тут дублировать, чтобы этот сыграть. Мы просто кидаем все кубы в ломик. Каждый ход. Да? И не думаем. Мне нравится этот билд, здесь думать не надо. Ты просто играешь все кубы. Сам играется. Ах ты, козел, все заморозки мне сделал. У меня реально тут все единицы, да? Ну окей, с единицами мои ломики не так хорошо работают, как это может показаться. Даже не знаю, неудачный бросок что-то нам делает. Он нам играет 2 пулькомета сейчас. Я сам ему даю возможность играть каждый ход в ледниковый период, потому что у него дубли есть. Так, подожди. У меня опять все единицы здесь. Ну вот нашла коса на камень. А что делать? Давай без дублей и без... Ого, он жесткий. Слушай, я эту обезьяну что-то недооценивал. Опять то же самое. Здесь у меня чего? Ой, хорошо. На будущее видим мороз, боимся. И я хорошо, что я все хилки оставил. Накидка топ вместо дурмана. В идеале минус 4 урона каждый ход. Ну давай пока возьмем накидку, а то что-то... Что-то мне страшно стало. Накидка многоразовая тоже. У нас сейчас все снаряжение многоразовое. Волшебник. У всех врагов дополнительный кубик. Ух ты, ёшкина кошка. Так. Насколько это будет фигово, чат? Это очень плохо. Это некоторые противники станут мега имбой. Особенно те, у кого один куб должен быть.
всякие крысиные короли, которые через один куб играют, да? Это смерть. Не, надо ролить. Канализатор. Нанося урон, яд накладывает слабость. Но это не так плохо, яд не у всех есть. Это лучше. Так, снеговик самый опасный тут. Значит, к нему после апгрейда. В скотах порвет, да, с двумя кубами. Ухоловка. Ну чё, погнали? Ломики. Хедшот. Жесть. Просто уничтожим. И у нас 4 брони, а у него 3 единицы. Ты не можешь меня пробить. Это оно. Я даже не смотрю. Хорошо, что ты ищешь тут. Каждый бой — это шанс сплести себя заново. Думаю, теперь сделаю себе огромные уши. Мне нравится его настрой. Разбитое зеркало. На следующем ходе получить плюс один кубик в этом бою и порчу. Не отсчет, равно фигня. Отсчеты. Решительность. Наносит 4 урона, добавить 2 случайных статуса. За 10. Амулет полуночи за пятерку дает 2 шестерки. А 2 шестерки, это, между прочим, еще можно кучу всего сыграть. Ладно, сейчас подумаем. Надо сейчас этот... Сейчас что-нибудь пройти надо. Снеговика, пожарика. Потом снеговика последним, он самый сложный. Слабость ко льду. Плохо, пожарик, что у тебя слабость ко льду. Ну как, для тебя плохо. Потому что... Не хотел тебе говорить, но... У нас тут вот такие дела. Немножко льда в билде. Два четных он не соберет даже. Хана тебе, пожарик. Ну-ка, что нам тут предлагают? Ломик на разбитое зеркало? Да ни в коем случае, иди нафиг. Че, берем решительность, да? Случайные статусы, кайф. Она, правда, не многоразовая. Решительность вместо накидки. Если играть через дэмэдж, то да. Решительность вместо накидки. С другой стороны, пулькомет — это 2 урона. С третьей стороны у нас как бы больше дамажить особо нечем. Накидка вроде пока рулит. Решительность лучше, чем пулькомет. Пошла жара. О, 2 блока. О мой бог. Окей. Я. Решительность — это очень круто. Минус 2 куба. Он, правда, заморозку каждый ход будет прокидывать. Мы с этим ничего не сделаем. С другой стороны, пошел он нафиг. Опять заморозка 2 кубам. Снеговик, но я говорил, что он будет жесткий. Самые большие кубы каждый раз замораживает. Ничего, сейчас решительность пройдет. 2 слабости. А, я так понимаю, что оно... Он наносит один статус 2 раза, а не 2 разных статуса. Прикольно.
Да как ты достал-то? Все, до свидания. Не, накидку надо оставлять. Чат был прав, накидка крутая. Проща, бронзовый котел. Отсчетов нет, улучшаем. А что мы улучшить-то можем? Шаровой таран? Шаровой таран можно сделать, чтобы два раза использовался. Поставить его вместо этого. Поставить его вместо одного ломика. Или поставить его вместо пулькомета. Пулькомет становится в 4 дэмэджа. Таран вместо одной пульки. Пулькомет становится хорош. Ну как хорош? Я бы не сказал, что хорош. В два раза лучше. Ну, два раза от нуля. Два раза больше, чем один. Чем два, это все равно 4 всего. Ладно, давай пулькомет. Все-таки у нас дэмэджа сейчас немного, а решительность немногоразовая. Пускай пулькомет лежит. Не значит, что мы его не заменим. Все равно пока для тарана кубов не хватает, так что нет смысла его особого апгрейдить. Наемник, ты никогда не выбрасываешь шестерку. Мне нравятся шестерки. С нашим-то билдом. Это хорошо, если бы мы таран взяли. Ну, вообще очень плохо, надо брать рандом. Маг, в начале твоего хода требование... Чего? Чего? В начале твоего хода требования к кубику случайного предмета меняются. Чего? Нет, мой билд на отсчеты! Нет! Они убили его, Джонни! Что они сделали с моим мальчиком? Моя решительность! Нужно два куба, минимум четверки, но с 4 урока. Нет! Ну все, это минус один отсчет каждый ход, да? Мы продолжим играть отсчеты. По-моему, это наш... Все равно продолжает быть нашим самым лучшим планом. Чего ты паникуешь? Вот минус одно снаряжение каждый ход. По-моему, это не очень хорошо. Ну, лучше, чем отсутствие шестерок, наверное. Ломик максимально тройка. Шоковая заморозка. А чё так плохо-то? Два куба максимум с шестеркой. Все, заморозка не работает. Блин. Что мне здесь? Лучше было убрать шестерки, да. Но кто ж знал. Из плюсов? Как бы мы все еще в порядке. Вроде бой прошел неплохо. Запинали этого. Волка. Заточка. Бумажный фонарь. Не-не-не-не-не. А тут у нас что? Железные доспехи. На нечетные дают две брони. Фигня. Но менять пока ничего не будем. Погнали так. Там будет еще дублирование. Мы там что-нибудь дублируем хорошее. О, исчезание, сейчас мы на него наложим. Так, что нам сломали? Пулькомет. Нужна пятерка. Где я пятерку возьму? Ну и пофиг, играем без пулькомета, да?
пускай нафиг идет. Если ему так хочется. Кстати, исчезание плюс заморозка. Мега комбо. Сейчас отребует минус все кубы. Один куб остался. О, не повезло, не повезло. Что ж тут сделаешь? Два четных. Все равно, по-моему, того не стоит. Короче, у нас реально минус одна снаряга. И типа, ничего мы с этим сделать особо не можем. Не надо нам отсчет. Нам надо 4 отсчета, а в начале хода минус один из них. Да. Опа, у нас все кубы исчезли. Нам нужно больше отсчетов. Что каждый ход теряем по одному. Так что идем сюда и будем дублировать какой-то из отсчетов. Наверное, этот со случайными статусами, да? И ставить вместо пулькомета, который мы загрейдили. Пулькомет тащит? Да ну нафиг. Значит, урон блок одному кубику, если 12. А, ломик сам стал с отсчета. Нет! Я только хотел законтрить и поржать, типа, кубик, ломик сам стал с отсчетами, ха-ха. Лол. И теперь я выгляжу как полный идиот. Законтрили по полной. Нужен дубль, это не дубль? На тебе порчу. Раз ты такой умный скелет. Посмотрим, как ты справишься с порчей. Заморозку вместо пулькомета. Вот эта идея мне нравится. Вот идея заморозки вместо пулькомета. Как же я тебя ненавижу. На. Заморозки вместо пулькомета нравится. Ай! За скелет такой бронированный, он своей порчей уже нам все мозги снес. Я ему тоже порчу кину. Да ёшкина кошка, хватит. Да как же он такой живучий-то? Кто этому скелету броню выдал? Так, собираем все яблоки нафиг. Все скелеты оборзели современные. Пошел я дублировать что-то. Так, дублируем шоковую заморозку. Или решительность. Решитель? Нет, давай заморозку. Будем холодом тащить. И заморозку, и ставим вместо накидки или вместо пулькомета. Мне кажется, нас накидка сейчас спасает. Давай вместо пулькомета. Хотя я его и загрейдил. С двумя заморозками, наверное, нам урон оставить. Хватит. Да? Так, а ведьмак что делает? Морок накладывает. И рандомные статусы. Все, я вспомнил. Так, а что нам дебафали-то? Две порчи. О, ведьмак. Сейчас тебе порча прилетит. Видишь, прилетела. Испугался? Страшно тебе, ведьмак? Я точно знаю, что мы тут играем. Все, что не отсчет, и все хорошо. Да, заморозка ведьмака что-то законтрила. Геральт уже не тот. Goodbye, my Геральт. Level up. И это будет еще один кубик. И все, мы идем на финалку. Билд меня устраивает. Работает, не трогай, да?
Что интересно, мы таких суперсильных отсчетов-то и не нашли. Кто? Скотах? Мэдисон. Мы как раз ее в DLC не видели. Ну чё, погнали? Привет, не хочешь купить у меня печенье? Или предпочитаешь, чтобы я тебя поколотила? Впрочем, не так важно, ведь я больше настроена на драку. Какая некультурная девочка. Упитанная и невоспитанная. Костер. Один урона огнем, ожог двум кубам, плюс один огня за каждое использование. Ножик у нее, она тоже вор, типа. Многоразовый у нее нож и шоколадное печенье, дубль следующей атаки. Ножик у нее, конечно, плюс два урона, жесть. Но мы тоже тут, знаешь, не на заборе написаны. Вот сюда сейчас четная сыграю, вот будет ей ожог. Так, сюда минимально двойка в ломик. А, тут у меня, значит, единица. Ну и все, шестерку сюда. Пошла жара. Теперь можно пятерочку сыграть. И вот так, и вот так. Ну чё, Мэдисон? Мэдисон 5 кубов. Что ты будешь делать с единицами? Будет их все играть сюда, вместо того, чтобы сыграть карманный нож. Окей, нам повезло, что она тупит. О-о-о, печенье. Куки. Монстр. Одна заморозка не работает, но сейчас будет печенье. И печенье нам надо сыграть на вот это. О, два блока, два поджога. И сюда, и сюда. Ну чё, Мэдисон? Хана тебе. Сдавайся. А, опять печенье пришло. Мы у нее все печенье забрали. Ловик, который сам себе отчеты снижает. Есть. Это урок о том, что никогда не надо сдаваться. То может начиналось все, конечно, адски круто. Но мы сделали это. Вор плюсик в корзину. Пройдено. Хорошая работа, чат. Mission completed. Ну и все, и на этом я объявляю наш стрим официально законченным. Объявляю победу. Дайте 5. Дайте, я вам руку пожму. Жму руку чату. Крепко пожал.